Эти мрачные видения гнетут меня. Лишь свет утра приносит покой. И все же я хочу узнать, куда они меня приведут. Записка от Валки. Если выпью зелье, то смогу вернуться в свой сон. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить.
Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Туве, о чем ты думаешь?
Костер напомнил мне о легендах, которые любил Свен. Расскажешь мне одну? Хотелось бы послушать о Свартальфахейме. Я не такой мастер, как Свен. Но он особо любил сказания о том, что важнее заниматься делом, чем ждать похвалы от других. В Свартальфахейме хватало знаменитых кузнецов-двергов. Все слышали об Ивальде, Брокке и Синдре. Но это легенда о каменщике, что жил и трудился на юге страны Двергов, на берегу между Гульномаром и Вангрином. Его манила слава, и он только и делал, что искал драгоценные камни из других миров, их выносило на берег. И как-то раз он увидел прекрасный камень, мерцающий на песке острова, куда Дверг доселе не отваживался ступать. Он трудился над лодкой до ночи и, наконец-то, отплыл к острову, где его ждало множество чудесных, сияющих камней. Дверг вскрикнул от счастья. Тот, кто сработал бы из них украшение, прославился бы в веках. Но внезапно что-то ужалило его в ногу. И еще раз, и еще. Он, наконец, увидел, где стоял. Мечты о славе так увлекли его, что он даже не заметил, как оказался посреди змеиного гнезда. Но бежать было поздно. Он погиб, сжимая камень, который принес ему смерть. И другие запомнили лишь его глупость. Славный рассказ, Туга. Свенд гордился бы тобой. В каждой легенде есть доля правды. Что же можно найти в тех местах Свартальфахейма, о которых там говорится? Вернуться в Свартальфахейм.
глазами, Сюнин. Хави! Я уж думал, что кто-то посмел преградить тебе путь. Те, кто на это решается, долго не живут. Пожалуй, здесь достаточно врагов, так что с тобой мне будет куда спокойней. Идем, моя мастерская рядом. Вот твой камень, Эйнар. Значит, ты трудился здесь до вторжения турсов? Здесь и в других мастерских. Турсы взяли Ульдар, пленили Фритюфа и мою племянницу... Чуру? Да. Тогда я вернулся в город. Сперва помогал сынам Ивальди, но без толку. И в конце концов дал турсам себя поймать. Пошел в услужение Глоду. Чтобы спасти сына. Ты куда лучше, чем мне казалось, мастер Эйнар. Последний раз я был здесь довольно давно. Позволишь спросить, что Хави из Асгарда нужно в Свартальфхейме? Моя цель немногим отличается от твоей. Я спасаю сына. И для этого мне нужна реликвия. Пусть еще не ясно, в чем ее сила. Ясно. Значит, ты здесь не ради двергов. Можете считать, что ради вас я перебью всех турсов, что станут мне мешать. Какой щедрый дар. Не стану спорить. Хель, его забери! Что? Что такое? Хави, прости меня! За что? Ты подвел меня, Эйнар? Чтобы изменить форму солнечного камня, его нужно сильно раскалить. А мои инструменты слишком старые. Прости. Дай его мне. Я могу перенести жар любой силы. Конечно. Когда камень раскалится как нужно, он ярко засияет. Принеси его мне, и я закончу то, что ты начнешь. Сильно сказано, Дверг. Я все сделаю. Силу разве что детям Муспеля. Сюнин, разведай местность. Надеюсь, это сработает. Если же меня пытаются обмануть, Эйнар погибнет очень быстро. Готово. Камень лучится светом и дышит жаром. Пора отнести его Эйнару. Ну как ты? Лучше даже не спрашивать. У тебя есть все, что нужно? Да, кажется, все.
Поглядим. А! Какой жар! Он подойдет? Эйнар! Прости, прости, пойми, раньше я только читал о нем в древних рукописях, а вот своими глазами не видел. Так ты сможешь открыть мне путь в тайник? Думаю, да. Но Глот ведь не глупец. Он наверняка подготовился. О Глоде я позабочусь. Как скажешь. Если Фритьев с Тюрой не задержатся, они будут на месте к тому моменту, как ты прибудешь в старый город Ульдора, пещеры в его сердце. А ты? Мне нужно передохнуть и прийти в себя. Но я подойду туда, как смогу. Не подведи меня. А я подводи. Я сделаю, что обещал. Открою тайник. Нас еще услышат, брат. Мы принесем Сурту голову Хави и станем лордами Муспельхейма. Ты сперва дело сделай, потом хвались. А пока помалкивай. У Хави наверняка в запасе немало. А нас еще услышат, брат. Мы принесем Сурту голову... Сказал, что Фритьёв и Тюра будут ждать где-то за этими воротами. Thank you.
Thank you.
прошу. Тебе лучше уйти. Наконец-то! Ты здесь! Так, так, так. Неужто ты посмел во мне усомниться? Как твои глаза? Заживают? Потихоньку. Уже лучше. Хвала богам. Пожалуйста.
Ну а теперь покажи, что делать с солнечным камнем. Эйнар? Жив, не бойся. Но он старый, уже не так спор. Начнем без него. Ради всех нас, уходи отсюда. Ты ведь знаешь, что надо делать. С древностью, конечно, разбирается отец, но... Смотри, не приведи туристов. Сюда. Того зверя, которого прячет Глот. Сидит там, скребет стены его покоев. Куда же он делся? Ты его сам видел? Ну... Послание к Глоду. Кажется, он жаждал одобрения отца. Что это именем Хель? Вся стена в следах огня. Они должны были сдержать какого-то зверя. И не сдержали.
Это же еще не все, верно? Не все. Тот механизм. Как же его... Да, нам надо направить сюда больше света. Я этим займусь, а вы... Вот что видно теперь. Но камню этого мало. Нужно больше света. Эйнар был прав. Похоже, камень насытился. Теперь я получу. Тайник древних. Бладиан. Куда я выйду? В чем дело? Почему оно не открывается? Что-то не так с механизмом? Вот да, кстати, было бы куда лучше, если бы мой отец... На помощь! Займись делом, а я разомнусь. Долго же я вас ждал. Имеровы подмышки, ты что тут делаешь, одноглазый пень?
Еще одну древность. Она, гляжу, стала еще морщинистее и ворчливее, чем раньше. Катись ты. Вы ведь за этим пришли? О, реликвия! Это уже хлам. Я вынул оттуда все ценное. А, что? Раз так, пора уходить. Без ворота будет быстрее. Выглядишь так, будто прошел Хельхейм насквозь. Глот, может, и жалкий ублюдок, но пытать двергов он умеет. Это... Что тут у нас? Мой ублюдок-пасынок потерял тебя из виду. И поглядите, что вышло. А ведь его отец верит, что щенок может занять трон. О, нет. Нет, нет, нет. Она очень опасна. Она... Никто. Но раз она убила Фрик, то поплатится. Найдите другой путь. Вернемся, как пришли. Быстрей! Бегите в убежище, я ею займусь. Да что ты говоришь? Хочешь биться? Бейся! Тебя!
Сваль! Беги к Сурту! В убежище. Поговорю с Ивальди. Тот дверг оценит этот камень. Thank you.
они должны здесь. Старый город лежит в самом сердце Ульдора. Моя цель там. Тебя от нас... Уходи! Нечего тебе здесь делать! Ты можешь нас погубить. Смотрись вокруг.